Работники АО «Стройиндустрия Холдинг» наконец получат свою зарплату. В очередной раз в этом вопросе им помогли сотрудники прокуратуры. О схожей ситуации мы рассказывали в октябре. Тогда задолженность перед сотрудниками холдинга достигла 23 миллионов рублей. На этот раз речь о сумме 7 миллионов. Как в прошлом году, так и в начале этого прокуратура Фрунзенского района провела проверки исполнения трудового законодательства и был принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. В адрес руководителя организации вносились представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлекались к дисциплинарной ответственности, также виновные должностные лица были привлечены и к административной ответственности. Вся задолженность была просужена прокуратурой Фрунзенского района в судебном порядке. Кроме того, были направлены соответствующие материалы в органы предварительного расследования, по которым 23 января возбуждено и расследуется уголовное дело. И благодаря вмешательству прокуратуры Фрунзенского района задолженность начала погашаться.